Около 1000 фанатов игры Pokemon Go собрались в центре Рима, чтобы поохотиться на карманных монстров и посмотреть город заодно. Рекорд для итальянской столицы. До этого такого количества поклонников побегать за покемончиками в Риме одновременно не собиралось. Так что для полицейских это было сюрпризом, особенно учитывая, какая жара сейчас стоит в столице. Точкой встречи была арка Константина рядом с Колизеем. Люди двигались от одного места к другому. На каждом из них их ждали конкурсы, ну и, конечно же, новые покемоны. Все монстрики находились на памятниках, так что отличная экскурсия по городу получилась. Это говорят сами участники.